Эфир телеканала продолжает РБК Уфа. Мы вещаем из отеля «Шаратон». Меня зовут Олег Смаков. Здравствуйте. Вначале коротко о главных темах. Положительная динамика. В Башкирии снижается уровень долговой нагрузки населения. Разгрузка дорог. В Уфе устанавливают систему умных светофоров, которые реагируют на количество автомобилей. Закредитованность строительных компаний. Эту и другие проблемы отрасли обсудят в Уфе на конференции РБК «Рынок недвижимости. Выход из кризиса». Уровень долговой нагрузки жителей Башкирии за последние полгода снизился на 5% и составил 23%. Данные приводят Национальное бюро кредитных историй. В среднем по стране снижение на 0,5% меньше. Снижение долговой нагрузки российских заемщиков объясняется общим сокращением темпов розничного кредитования. Причем темпы сокращения показателя выше в относительно благополучных сегментах граждан со средними и наибольшими доходами. Что касается высокорискованных заемщиков с наименьшими доходами, то темпы снижения долговой нагрузки здесь незначительные, несмотря на существенное сокращение кредитования в данном сегменте. Во многом это обусловлено высоким уровнем просроченной задолженности в розничном кредитовании в последние два года. По словам экспертов, росту просрочки по займам способствует снижение реальных доходов, и гражданам все сложнее обслуживать имеющиеся кредитные обязательства. Самые высокие показатели по просрочке зафиксированы в Амурской и Кировской областях, а также в Бурятии от 27,5% до 28,5%. Наименьший уровень текущей долговой нагрузки отмечен у заемщиков Санкт-Петербурга, а также Ярославской и Тульской областей от 19 до 20%. Датчики контроля транспортного потока появились в Уфе на улице Заки-Валидеи и перекрестке Пушкина-Цюрюпы. Они призваны увеличить пропускную способность на этих участках на 30%. В дальнейшем планируется создать систему, которая будет в автоматическом режиме регулировать работу светофоров в зависимости от числа проходящих автомобилей. По словам специалистов Уфа-Горсвета, специальная программа самостоятельно разрабатывает множество алгоритмов работы светофоров для каждого перекрестка. В зависимости от данных, поступающих с транспортных детекторов, система автоматически включит наиболее подходящий режим. Общая стоимость внедрения интеллектуальной системы управления движения на основных автострадах Уфы в 2015 году оценивалась в 313 миллионов рублей. Но эта сумма не окончательна и будет меняться в зависимости от колебаний цен на материалы и оборудование. Об этом сообщает портал РБК Уфа. Доходы консолидированного бюджета Башкирии по итогам 9 месяцев приблизились к 141,5 миллиарду рублей, а расходы к 125. Таким образом, профицит составил 16,5 миллиардов. Отчет опубликован региональным Минфином. Основными источниками доходов остаются налог на доходы физлиц – почти 33 миллиарда, налог на прибыль организаций – 29, акцизы – 15, налоги на имущество пополнили казну на 11 миллиардов рублей. Доходы от использования госимущества приблизились к 17 миллиардам, безвозмездные поступления составили 25,5 миллиардов. Налог на доходы физических лиц – это местный налог, согласно налоговому кодексу, и он зачисляется именно в местные бюджеты. Налог на прибыль зачисляется не только в региональный, но и в федеральный бюджет. Кроме того, ставка налога может быть снижена органами власти субъекта федерации с 18 до 13,5% именно региональная часть ставки. Структура расходов остается традиционной. В социальную сферу направлено 94 миллиарда, субсидии бюджетным учреждениям 59,5, на медицинское страхование неработающего населения и трансферты в фонд ОМС, а также в пенсионный фонд выделено 15 миллиардов. В дорожное хозяйство направлено 17 миллиардов рублей. Теперь информация о курсах валют, установленных Центробанком на вторник. И доллары, и евро подешевели. Курс американской валюты по отношению к российской снизился на 21 копейку и оценивается в 62 рубля 23 копейки. Европейская подешевела на 29 копеек до 67 рублей 73 копеек. Лучшие обменные курсы на понедельник. Покупка доллара в банке Югра за 62 рубля 15 копеек. Продажа в банке Образования за 62,48. Наиболее выгодное предложение по покупке евро в Урал-Капитал-банке за 67 рублей 70 копеек, по продаже в Быстробанке за 67,99.
большая закредитованность строительных компаний Башкирии и снижение платежеспособности граждан вместе с низкой доступностью кредитных ресурсов заставят часть строительных компаний региона уйти с рынка. Наряду с таким прогнозом эксперты отмечают, что волны банкротств все-таки не предвидится. Закредитованность строительной отрасли в целом по стране доходит до 70-80%, если учесть займы, которые предоставляются не только строительным компаниям, но и физическим лицам на покупку жилья. В Башкирии ситуация не столь критична. Объемы выдачи кредитов застройщикам снижаются. С одной стороны, это говорит о том, что риск образования так называемого кредитного пузыря минимален, а с другой, это несколько сдерживает развитие сферы. Какого-то бурного развития там, в строительной отрасли, честно говоря, я не вижу, хотя бы там в ближайшие года полтора. То есть цены на жилье не будут расти такими бурными темпами. Это, конечно, осложняет жизнь строителям. Но при этом я считаю, что какого-то массового повального банкротства строительных организаций не будет. Будут, возможно, какие-то истории частные, индивидуальные. Сложившуюся ситуацию на рынке недвижимости Башкирии и страны в целом специалисты отрасли обсудят 3 ноября на конференции РБК «Рынок недвижимости. Выход из кризиса». Крупное событие пройдет в отеле «Шаратон Уфа». Участниками и спикерами станут ведущие специалисты сферы недвижимости из Федерального центра регионов России и Республики. Заявку на участие можно подать на сайте conf-ufa.ru. Таковы новости к этой минуте. Далее смотрите программу «Дело».